В округе продолжается строительство новых социальных объектов. Скоро в поселке Новоивановское появится детский сад на 300 мест. На данный момент ведутся работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций первого этажа. Общая площадь здания превысит 4000 квадратных метров. Другой не менее важный объект – пристройка гимназии номер 14. Депутаты Мособлдумы Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков проверили ход строительства образовательных учреждений в рамках проекта «Единой России. Новая школа». Все должно быть построено, сдано, и ученики 1 сентября 2023 года должны уже здесь проходить обучение. Конечно, работы требуют серьезного ускорения и четкого контроля, чтобы все было сделано в должный срок, не в ущерб качеству. Пристройка гимназии номер 14 позволит разгрузить основной корпус школы. Здесь будут размещены просторные классы, актовые спортивные залы, а также библиотека. Кроме того, на самой территории появится новый спортивный стадион с площадками для игровых видов спорта. Вместе с тем, очень хорошая построена спортивная площадка, спортивный кластер, который будет не только для учеников школы доступен, но и для местных жителей. Уместили все и стадион, и футбол, и баскетбол, и воркаут. И получилось очень органично, очень хорошо вписалось в окружающую действительность. Строительные работы на улице маршала Крылова, 5, идут на уровне второго и третьего этажа. На объекте сейчас трудятся 56 человек и 5 единиц техники. Екатерина Крамер, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцова».